Всем привет! Сегодня у нас есть Асюня, и мы расскажем вам очень много интересных фактов, которые, я уверена, вы не знаете. Ну, во-первых, нора, которую вы видели. Вы знали, что лисы не живут в норе? Они выращивают там щенков. То есть самцы, папы лисы в нору практически не заходят. Это первое. Что у тебя язычок высовывается, малышенька моя? Ласковая девочка, ласковая. Значит, это был первый факт. Второе. Что у нас с щенками? Щенки, то есть лисята, рождаются у лис только раз в году. Обычно это конец марта и посередину мая. Вы никогда не найдете лисенка с днем рождения в октябре, в декабре, даже в августе не найдете. Все лисята рождаются строго весной. Вот почему Асюни, ее щенкование происходит вот приблизительно в это время. Асюня, она у нас играет в щенков с первого года, наверное, жизни. Я не сразу поняла, а когда поняла, как-то так совпало, что увидела сообщение девочки, которая выкупила на звероферме лисенка, но мама не разрешила держать его в квартире. Я увидела это сообщение, и так у нас появился Рики. Рик наш, пушистый мальчик, любимый. Любимый всеми, кроме Асюши. Асюша у нас плохая мать, как-то... либо не захотела чужого сына. А почему говорю плохая мать? Потому что в 40 дней эти щенки ее, все эти игрушки будут брошены на произвол судьбы. Почему, опять же, происходит так? Потому что на зверофермах в 40 дней, приблизительно плюс-минус, щенков отсаживают в другие клетки, они живут потом отдельно от мамы. Что еще могу сказать? Почему Асюня играет в щенков, а другие лисы не играют в щенков? Среди зоотехников на зверофермах есть такая теория, что агрессивные лисы хорошие мамы, потому что им нужно научить своих щеночков ненавидеть людей. Они ими тщательно занимаются, там все выбегают, кашляют, бросаются на... прутья на решетку, ну, то есть клетки, где они сидят. А добрые лисички знают, что человек накормит их щенков, обиду не даст, поэтому им не надо таким заниматься. Они часто бросают свое потомство. Асюня у нас агрессивная лисичка. Такую нам выбрали зоотехники. Поэтому... она играет в щенков. Я спрашивала, кстати, других владельцев. Никто вот так не играет. Если кто-то скажет, что агрессия – это ненаследуемый признак, то советую почитать труды академика Дмитрия Беляева, который занимался домашними лисиц. И там был очень интересный эксперимент. Злобным лисичкам... а, да, момент. У них есть две линии в институте. Одна линия агрессивных лисичек, то есть там злюки-злюки. А вторая линия – это добрые лисички, то есть те самые генетически ручные. И вот злюком-злюком посаживали эмбрионы добрых лисичек. Асюнечка настороженная. Потом объясню, почему. И когда рождались щенки, они были добрые. А злые мамы не могли понять, почему у них такие добрые щенки, почему они нарадуются людям, они их там кусали, затаскивали в домик. В их понимании щенки должны были быть злые. Так что вот такая история. У нас сильный ветер. Я надеюсь, что здесь его будет не слышно, потому что мы сидим вот, где у нас домики, гнездо. Но все равно хлопает крыша, а Асюня вот ушками двигает, вы видите. Очень сильный ветер, и вообще погода странная. У нас сегодня был уже снег, был дождь, сейчас у нас солнце. То есть происходит что-то
непонятная с погодой. Альфуня. Альфик вчера расстроился, поэтому я его... Ну, попробую сегодня снять, но не знаю. Мы не ожидали, что мы поедем в другой город, то есть 100 километров нам туда. Вот. И Альф был не готов к дороге, конечно. Так что... И гипс не сняли. Вот такая история. Сюша нам, может быть, покажет пузико? Покажет. Вот у нее пузико черное. Вот. Животик. Животик. Она нам все показывает. Вот у нее вот сисечки. Но они, видите, молочные железы не увеличены, то есть у нее нет этой ложной беременности. Что, моя хорошая? На меня лежит другое это время. Вот, молочные железы не увеличены. То есть это не ложная беременность. Но наблюдать надо. Это может быть патологией. И закончится все плохо, я согласна. Такая красивая лисичка. Не знаю. Не знаю, почему некоторые пишут, что я сегодня некрасивая. У нее очень интересно подведены глазки, вы видите. Что еще? Ну, обязательно расскажу как-нибудь об отношениях Аси и Альфа. Хотелось бы, конечно, чтобы в этот момент они были вместе, но в ближайший месяц Альф будет гулять на поводке у нас, скорее всего. Ну все, наверное, мы сегодня все рассказали. Мы хотели еще причесаться щеточкой. Ты против? Ну, Асюня против. Асюня, кстати, может укусить из-за того, что она агрессивная лисичка. Не думайте, что она такая плюшевая, ласковая. Она совсем не милашка. Бывает. Но обычно спокойная. Такая нам досталась. Когда часто говорят... Что ж такое, у вас один лисенок умер, у одного лапка. Ну, вот такие мы везучие люди, потому что Асюша, как лотерея, нам досталась. Ну, я не могу сказать, что это проигрышный билет. Я ее просто обожаю. Она такая у меня малышка. Такая... Да, такая вся вот такая малышка. Ну, нам пришлось поработать. Поэтому имейте в виду, что лисичка — это не все так просто. Таких лисят обычно не выкупают со зверофермы, потому что с ними трудно. Многие заканчивают свою жизнь в вольере, отдают обычно родственникам куда-нибудь в деревню таких лисочек. Они там живут. Да. А Сюнька у нас выросла в доме. Лисюнька. Я очень благодарна ей, что она научилась нам доверять. Потому что ее мама научила людей ненавидеть, бросаться, кусаться, как это было в первые дни, когда Василиса жила в доме. Мои руки не очень видно. Вот шрам. Это дело зубов Асюни. А это вот ее мех. Потому что они начали подлинивать и Асюня, и Альфик. Альфик сильнее, потому что он в доме, в тепле. Ну что, еще посмотрим на Асюшку. Если у вас будут какие-то вопросы, связанные с щенками, потому что эта серия будет называться «Про щенков», тогда спрашивайте, задавайте, буду отвечать. Пишите, что еще хотели бы узнать. Мы вам благодарны за комментарии, за поддержку, потому что Альфику она сейчас очень нужна и важна. Наверное, будем потихоньку закругляться. Асюшка, она сегодня очень настороженная лисюшка. Ничего не сделаю, не могу, это погода, такая у нас погода. Альфик из-за этого спит вообще. Это уже второй день, он даже ночью не приходит. Всем спасибо за внимание. У меня заканчивается время съемки. С вами была Лиса Василиса.